что конкретно мы здесь ищем? Судя по карте, вокруг вулкана много построек. Наблюдательные пункты, сторожевые базы. Прямо так? Слушай, за Эвери охотились все, кому не лень. Если он тут спрятался, он не мог не выставить дозор. И одна из башен прямо на вулкане. Думаешь, там сокровище? Хочется верить. Сидите здесь, пойду гляну. Так что, Виктор, ты все еще много путешествуешь? Стараюсь. Выбираю дела, которые отрывают меня от компьютера. Я тут говорил Нейту. Поразительно, что наш бизнес переехал в интернет. Наверняка сейчас есть куча способов сбросить горячий груз. Да, но я люблю говорить с клиентами лично. Так надежнее. Это сложно сделать в классе, общаясь с мастером-антикваром 37. Да, понимаю. Здесь смотреть не на что. Ну? А, ничего стоящего. Давай, поехали. Шансы попасть под извержение. С нашей удачей. Нулевые. Он потух. Поверь, я первым делом прочитал все про состояние вулкана. И где взять на прокат дешевый внедорожник? Салей, не могу поверить, ты искал? В интернете? Но не все же одному тебе быть всезнайкой. Как-то ненадежно. Вот это вариант. Умная ласточка. Давай, 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 давай! Залез! Только бы не свалиться. По мне, держись посередине. Да, я понял. Советчику помогу. Нормально. Все в порядке. Вперед и вверх. Так, подложи что-то. Черт! Да, кажется, я разобрался. Вот так. Господи, моя спина. Я на разведку. Какая погода? Ну, влажность высокая. В Панаме похуже. Ну да, все относительно.
Глядите, следы шин. Кто-то здесь был. Настаивал на внедорожнике с лебедкой. Значит, ты потратился на лебедку, а на подвеску денег пожалел? Эй, это важно. Ну, а вдруг дождь пойдет? Дорогу размоет. Я вот зуб даю, что эта лебедка нам ни разу не пригодится. О, да, черт! Отчаянная попытка. Пошли заглянем в башню. Я с тобой. Но у меня планы на лебедку. Башня древняя, но сохранилась неплохо. Да. Ее точно построили во времена Эвери. Вот так. В самый раз. Сэм, смотри. Это знак Кристофера Кондента, капитана Огненного Дракона. Его логово было на Мадагаскаре. Так может, Эвери нанимал пиратов? Но зачем? Чтобы они сторожили? Бред какой-то. Да, точно. Может, каждый капитан отвечал за одну башню и отправлял туда своих людей. В любом случае, это не последняя остановка в нашем турне. Готовы? Попробуй. Поехали. Спокойно. Спокойно. Ха-ха! Видишь, Салли? Лебедка-то пригодилась. Ну, проехали один холм. Пока она себя не окупила. Ну, пока нет. Хоть маленький, но успех. Я буду радоваться большим. Полюбуйтесь, Джем. Потрясающе. Только представьте, вы, богатые, преуспевающие пираты, бежали сюда, подальше от угнетения. А бедные угнетенные пираты хотели просто спокойно грабить в свое удовольствие. Нет-нет-нет, они мечтали стать свободными. Ну, если искать место, чтобы укрыться от общества, совсем неплохо.
100 лет едем к этому вулкану. Терпение, Виктор, терпение. Знаешь, как сюда прибыли пираты? Сначала из Англии в Бразилию, а потом обратно через Атлантику в Южную Африку. И ориентироваться им приходилось только по бумажным картам и по звездам. Знаешь что, не учи кальмара плавать. Суть-то в том, что мы легко отделались. Да? Все равно, это очень долго. Вижу их. Дай-ка. Что там у нас? Ну что, военные шастают. Людин один? Ну да. Твою же ж мать. Похоже, нашли развалины колоний. Но не те, что нам нужны. И это хорошая новость. А какая тогда плохая? Они перекрыли нам единственный путь к вулкану. Ну, значит, будем брать врасплох. Что скажешь, Нейт? Сейчас разберемся. Как вы? Уже совсем управились? Все готово. Ждем сигнал от Надин и взрывай. Ладно, похоже, тут пусто. Закончить бы уже и идти дальше.
Сколько нам тут дежурить? До новых приказов. А что на других участках? Пока нет. Может, сообщите, что мы готовы? Сейчас был просто занять позицию. Пустая трата времени. Поручили бы дело мне, я бы вдвое быстрее управил. В прошлый раз, когда ты был главным, мы чуть не взорвали целую улицу. Не надо нам такого счастья. Я подставлю. Ну, парни, день обещает быть долгим и жарким, но дела не ждут. Если встретите Дэйка, спрашивай, вы знаете, что делать. Получит у нас. Твоими руками. Сосредоточиться. Куда он спрятался? Так.
Куда ты делся? Где все? Зараза. Рейф и Надин пригнали сюда целый табун народу. Несложно отыскать сокровища с такой-то толпой. Господи, инфраструктура у этих торатов ни к черту. И как выбираться? Остатки моста могут рухнуть в любой момент.
Снова лебедка, Салли. Полезная штука, да? Я был не против лебедки, а против вымогательства. Идите здесь. Найди что-нибудь хорошее. Все, поехали. Хорошо, ты знаешь, Надин. А что? Я подумал, может, позвонишь ей и попросишь отозвать своих громил? Ну да, как же. А если мы предложим ей больше, чем Рэй? Нет, она так не работает. Она из тех наемников, кто берет деньги вперед. Смотри, наемники. Да, они пригнали серьезные силы. И очень близко подобрались к вулкану. И я об этом думаю. А что, если они уже нашли сокровища? Ну смотри, они тут все обнюхивают. Если бы нашли, то уже бы не искали. Да, да, ты прав. Эй, Сэм, хочу тебя спросить, чем ты занимался в тюрьме? Знаешь, в основном читал. Один охранник, похоже, решил меня исправить. Таскал мне книги из библиотеки. И что читал? Историю в основном. Особенно то, что связано с Севери и другими пиратами. На всякий случай. Ну да. Ну, знаешь, я читал, отжимался, курил, старался не лезть в разборки между бандами. И еще много думал. Может, вы этой старой развалине посмотрели? Я слушаю. А, ну да. В общем, это все. Сэм, если охранник тебе помогал, почему ты не связался с нами? Я пытался. Просил его отправить тебе письмо. До востребования. Я его не получил. Потому что начальник засел. Да, я круто спалился. И того охранника уже больше не видел. Господи. Но отомстил, когда начальник решил посадить меня с Элькасаром. Все вышло не так, как он ожидал. А, кстати, вспомнил. Много лет назад я тоже имел дело с Акасом. Раньше, чем я встретил вас. О, правда? И ты еще жив? Ну, тогда он был не тем, что сейчас. Тогда он еще не сделал карьеру в мафии. Я продал его боссу несколько японских гравюр. Ему нравились сёгуны и все такое прочее. Акасар был последним. Какой? Тихий, но напряженный. Словно может взорваться. Видать, наемники что-то нашли. Не спеша. Ладно. Салли, о чем ты говорил? А, да, ну вот. Тихий, но напряженный. Словно может взорваться в любую секунду. Ну, значит, он не изменился. Я забрал деньги и свалил к чертям. Короче, пират заходит в бар. Ну, начинается. И у него из мотни торчит штурвал. Так. Бармен ему говорит. Эй, штурм,
Они нас видели! Там говорил. Точно. Барт ему говорит. Эй, штурман, разворот. Оператор ему в ответ. Разворот, яйцеворот. Мне нравится. Я тебя сейчас высажу. Смотрите-ка. Что это? Обалдеть. Отсюда, наверное, видно весь Кингс-Бэй. Да, смотри, вон город. Там речная долина. Yeah.
Салли, как дела? Ну, живой пока. Спасибо за то, что ты с нами. И особенно за переговоры с парнем из проката. Без проблем. Не буду врать, мне и самому очень нравится. Мне тоже. О, ты смотри. Вот это вид. Я все жду, что сейчас проснусь в какой-нибудь одиночной камере. Это все похоже на сон. Сэм. Нет, нет, ерунда. Давай сокровища искать. Ну да. Смотрите, за холмом еще одна башня. Наемников видишь? Сложно сказать. Похоже, мы все-таки первые. Осмотрим все и идем дальше. Подъемный мост? Средневековый. Ну, такой мост не пускает к тебе незваных гостей. И защищает сокровища. Ступени обвалились. До рычага никак не добраться. Поищу, на что можно встать. Один один здесь уже были. Кто нашел, тот взял. Эй, будь осторожен. За мостом стоит огромная башня. Высоченная. Так, я наверху. Осторожно. Есть.
Сэм! Срочно это там! Ты живой? Вполне! Живой? Да. Справишься? Ну, до скорого. Ну да, отдыхайте. Я справлюсь. Пока другие не пришли. Ладно. Так, сейчас опустим мост. Попробуем еще раз.
Большая башня на вулкане. Похоже, финал близок, а? Конечно, не придираюсь, но Эвери вбухал сюда столько денег, но вот что ему стоило сделать перила? Осмотрюсь. Так, сколько ты должен Алькасару? Половину. Половину чего? Ну, он знает только про гамма-давание. Да, но если ты прав, то сокровищ тут будет еще больше. Ну, сказал бы ему 200 тысяч. Твой партнер не должен знать, какой у тебя навар. Я и не думал, что он станет моим партнером. Да. Найдем клад, заплатим этому психу и все равно разбогатеем. Поверьте. Другое дело. Все готово. Поехали! Без паники! Да светится имя твое, да приедет царствие твое. Бережно. А, весело было, да? Да, об этом я расскажу своему мозгоправу. Ха, у тебя есть мозгоправ? Нет, но теперь явно... Ой, да ладно изображать. Все было под контролем. Побегу осмотрюсь. Ладно, побуду с Виктором. Извините. Ладно, держитесь. Зло, для разнообразия. Да, я почти разочарован. Почти. Да. Давайте искать вход. Вперед за сокровищами. Здесь не войдешь. Сэм, поможешь мне? Ага. Yeah.
Посмотрим, что... Похоже, тут что-то есть. Сэм! Ага. Давай. Черт, тут кирпичи. Так, осмотримся. Эй, аккуратнее с этим, парень. Берегись! Черт! Как он сказал, берегись. Поставил на карту все. Великолепно. Но сокровищ не видно. Парни. Идем! Посмотри. Святой Дисмос. Снова он. Ну, что тут у нас? И еще знаки. Наш дорогой Эвери, Томас Тью, а это... Это Адам Болдридж, Джозеф Фарро, Ричард Вонд. Пиратские капитаны. Ну, пока твоя бредовая теория пиратского общака подтверждается. Ну, ладно. Посмотрим, в чем тут трюк. Надо кнопку нажать или что? Может, за руку потянуть или... Попробуй. Давай. Эй, когда вам надоест обниматься с беднягой Дисмосом, посмотрите вот на это. Вот эта трапеция явно вулкан. Корона — это Кингсбэй. Перед нами карта, джентльмен. Виктор, ты просто гений. Слыхал, Нейт? Я гений. Да, да. Так, если мы вот здесь... Башня совпадает со знаком Эвери. Выходит, остальные знаки? Это башня времен Эвери. Ну, то есть, сокровище в одной из них? Вопрос в какой? Я насчитал 12. Эй, Виктор. А? Ты ведь у нас не куришь сигареты, правильно? Похоже, мы тут не первые. Оберегись! Черт! Я не отвлекусь!
Закрыли ему путь! Боже мой, нет!
разозлился! Это все? Надеюсь, да. Ты как? Да, ничего, порядок. Сэм? Я здесь! Ты что делаешь? Проверяю кое-что. Черт. Ты смотри. Они тоже поняли про башни. Место расположения, знаки... Что теперь? Теперь? Да все теперь. Потому что нас трое, а их хрен знает сколько. И у них есть фора. Да, но еще не поняли, в какую им надо. Здорово, Нейт. Мы тоже. А мы знаем. Вот. Немного стерлось. Тут совпадает. Ты уверен? Вот это тоже подходит. А, черт. Все равно. Две лучше, чем 12. Ладно, я бегу к этой, а вы с Виктором к той. Нет, нет, нет. Там теперь уже повсюду люди Рейфа. Именно. Это единственный шанс для нас. Нам надо разделиться. Да погоди ты секунду. Нейт, он прав. Башни на разных концах Кингсбэя. Если нарвешься на клоунов Надин, дай нам знать. До скорого. В
Надо спешить. Пошли. Да. Вот наша башня. Ты правда думаешь, что клад спрятан прямо посреди рынка? Да это безумие. Но мы не такое видали. Это правда. Regardez-vous, allez! Je vois pas où est le problème. C'est ouais, un loin, ce qu'on fait. Tu m'as dit que tu voulais manger plus ça. Oui. Délicieuse pomme, 100% bio. C'est combien? On le met où? 6 000. Il faut que c'est à côté des eaux. Et vous n'utilisez pas de plastique sur ces pommes? Passez de moi à chercher. J'ai finalement réussi à faire. Je vais aller les chercher à la ferme juste ce matin. Vous savez ce que j'ai à faire. Je l'ai bloqué. C'est pas bien si tu fais ça. Seulement 1500. Да ладно, Салли, тут лемур. Хоть поздоровайся. Спасибо. Это номер два? Лекку. Уис, Давидон. А, ты вон? Эй, Салли, посмотри, ты вернулся. Вдруг лучше. А знаешь что, когда все это закончится, я заведу щенка. Если мы выберемся из этой передряги, я тебя сам покрою щенка. Позову Вик. И не мечтаю. Чтобы такую носить, надо быть совсем там. Да, не того красавца. Ух ты, как тут вкусно пахнет. А он прав, запах шикарный. Фетка! Les années 60. Que ce sont des arbres de gymnotes tropicaux. Pétale! Vous en voulez? Je veux en prendre. Mais je n'aime pas avoir une place habituelle en bas de marche. Придется туда как-то проникнуть. Не заметь. Je ne serais sûrement pas venu jusqu'ici si je ne vous avais pas. Смотри, вон там разбитое окно. Салли, тут вроде можно пролезть. Сойдет? Ужас. Ну и высотища. Ты чего там застрял? Ты иди, иди, у меня свой темп. Ну, отсюда хоть вид хороший, скажи. Посмотрим, что тут. Ух ты. Это башня.
башня сохранилась намного лучше других. Знак Эдварда Ингленда. Все как на карте. Так что мы ищем? Хороший вопрос. Высокая башня. Да, очень. Так, орел или решка? Нашли нужную башню. Перезвони. В этом городе телефон не везде ловит. Ну, нет смысла ждать. Скоро вернусь. Ходят. Я заметил. Смотри, чтобы тебя шестернями не заживало. Сработало, Нейт! Не спёкся. Ты как? Хорошо. Так, не прищеми пальцы, Нейт. Уже пора нервничать? Не, нормально все. Не парься. Ты всегда. Сработало, Нейт! Thank you.
Скорпион. Который, небось, был скорпион. Ничего не происходит. Звони в другой. Thank you.
Что-то меня укачало. Сэм не звонил? Пока нет. Да все с ним в порядке. Просто забыл телефон. Спешите. Слишком медленно. Попробуем еще раз. Весело. Ух ты! Вот это пейзаж. Могу перебраться. А
А сейчас я могу повернуть время вспять. Вот и ты. Я надеюсь, с тобой все в порядке, Сэм. Салли, я добрался! Сейчас будет очень громко. Черт! Салли, береги! Извини, рукоять сломалась. Да, постарайся больше ничего на меня не ронять, ладно? Придется самому звонить. Ну, поехали. Хоть дверь теперь открыта. Есть лишь один способ. Ты в порядке? Пока не знаю. А ты? Оглох. Вперед. Глянем, что Эвери для нас приготовил. Ну-ка. Смотри, монетка. Тебе нужна? Ну ладно, давай. Глянем, что там. Я надеюсь, золото и бриллианты. Сэм, наконец-то, ты как? Обыскал башню по нулям. Ну, а мы зато точно пришли по адресу. Давай быстрее к нам. Серьезно? Я сейчас буду. Он скоро будет. Хорошо. Салли. Сейчас. О. Эй, это наши клиенты? Ага. Генри Эвери, Томас Тью, сообщники.
Основатели чего? Охота за призраками. Знаки Эверитью. Но эти немного другие. Да, смотри, тут звезды. Они вращаются. Но в какую сторону их надо... Еще пиратские знаки. Адам Болдридж, Энн Бонни и Кристофер Кондант. Комбинаций слишком много. Пойдем глянем, что за той дверью. Я все-таки надеюсь на сокровище. Я, знаешь ли, тоже. Смотри-ка, я был прав. Болдридж, Бонни и Кондант. Чудненько. Но что они вообще здесь делают? Ну, давай выясним. А, ну точно. Кондента звали Одноруким Билли. Видимо, это его. Вау, вот это усы. Такие же могучие, как у тебя. Обычные усы. А Бонни-то была рыжая. Да. Не. Эй, Нейт, смотри.
Опять звезды? Не то. В правом нижнем углу. Такие же, как на знаках Эвритью в той комнате. Слушай, точно. А тут еще одно созвездие. Да, но это уже другое, они не одинаковые. О, точно. Глаз-алмаз. Спасибо, видишь, я не только красотой беру. Не. Что скажешь? На знаках Эвери и Тью совпали звезды. Помнишь? Значит, на этих тоже. Это... Не знаешь, да? Ну, пиратов было очень много. Что, тупик? Нет, не тупик. Дай телефон. Неужели звонок другу? Почти. СМС брату. Вот так. Слушай, а картины-то красивые. Не найдем клад, можно хоть их продать какому-нибудь музею. Ищи лучше созвездие. Да я так рассуждаю. Уильям Мейс. Американец? Да, с Рот-Айленда. Как и Томас Тью. Салли, помоги мне. Сейчас. Спасибо. Ровно? Да кому какое дело? Мне есть дело. Только взгляни на лицо Феррелла. Он совсем не рад тут находиться. Ричард Вонт. Похоже, у них с Болдриджем были лучшие парики. Вот так.
Привет. Ты еще в башне? Да я только что спустился. А что ты мне прислал? Потом объясню. Скажи мне, кто тут кто? Ну, дельфины — это Ричард Вонд. Трезубец — Джозеф Фаррелл. А две руки с жемчужиной — это Уильям Мейс. Супер. Смотри, чтобы у тебя телефон ловил. Может, еще наберу. Нейт, ты нашел сокровище? Пока нет. Надо сначала с одним механизмом разобраться. Книги, глобус. Этот Вонд похож на ученого. Ага. Yeah. Не то.
Не. Хм. Не. Не то. Не. Не то. Не. Не, не то. Не. Не, не то. Не. Не, не то. Не. Не. Не то. Не. Не, не то. Не. Не, не то. Не. Не, не то. Не. Не. Не то. Не. Есть.
Так, и кто у нас тут? Я потрясен. Ты и не знаешь? Знаю я все. Только надо проверить, знает ли Сэм. Чтобы он чувствовал, что от него есть польза. А, ну конечно. Черт, что тут произошло? Наверное, факел упал. Посмотрим, что там осталось. Не знаю его. А этот помоложе остальных пиратов. Без имени. Одет по-мавритански. Язид Аль-Басра. Похож на индийца. Почти. Могол. Стоп, а разве Эвери не их грабил? Воровская честь. Как будто бывает иначе. Эдвард Ингленд. Да, крепкий малый. Одно есть. О, Сэм прислал ответ. Вот видишь, Салли, оказывается, Сэм тоже не все знает. Злорадствовать нехорошо. Да, знаю. Ладно, займемся картинами. Второе. Нашел звезды. Только вот кто ты? И четвертое. Должно хватить.
Финга. Что теперь? Я еще не понял. Может, отправим Сэму? Смеешься? Ну, он же у нас эксперт по пиратам. Сам сказал. Одна есть. Вторая. Последняя. Может, хоть он разберется? Знаешь, это похоже... Ну-ка. Зачем? Ты же сделал фото. Подержи. Видишь ли, у людей Эвери не было смартфонов, как ты понимаешь. Понимаю. И только так они могли найти подсказку. Это подсказки? Ну-ка посмотрим. Вуаля. Вот это похоже на пассаты. Вот это, конечно, широты. Да. И, сдается мне, нам опять пора паковать чемоданы. Что? Prodeus Quod лицензия. Не может быть. Чего не может? Это же очевидно. Нейт. Как же я раньше не понял. Да хватит уже саспенс нагнетать. Чего ты раньше погоди, не понял? Погоди, погоди. Сэм, фотки получил? Ну надо же. Я вроде звонил по номеру Салливана, а нарвался на тебя. Как дела, Нэй? Рейф. Давно не виделись. Откуда у тебя номер? Салли оставил в баре на салфетке? Если. Так он обошелся бы мне в 3 стопки рома. Но нет, за него пришлось выложить кругленькую сумму. Ага. Надеюсь, ты на всем этом не слишком разорился. Говорят, конкуренция жесткая. Да, вы, ребята, конечно, не промах. Но в итоге решать будет тот, кто доберется до сокровища первым. Ты хочешь на спор? Ну, ты же знаешь, я всегда готов на пари, но моя партнерша, она предпочитает устранять ненужные риски. Рейф Адлер, слушай чьи-то приказы. Времена меняются. Вот что, Нейт, даю тебе последнюю возможность. Бросай это все. Езжай домой, к жене. И я прощу и забуду. По старой памяти. Конечно, заманчиво. Но, знаешь, я не из тех, кто сливается, имея козыри на руках. Ладно. Prodeus Quod Licentia. За Бога и свободу. Хорошие фотки. Композиция. Ты взломал телефоны. Вы украли мой крест. Послушай, Нейт. Если ты такой умник, как думаешь, ты уйдешь в сторону. Что скажешь? Слушай, мне всегда приятно поболтать со старым другом, но у меня вторая линия. Эй, Нейт, погоди. Нейт. Что? Ты ведь в курсе, что у вас телефоны с геолокацией, да? До скорой встречи. Дай угадаю, к нам уже мчится целая банда. Сэм. За Бога и свободу. Ты понимаешь, что это значит? Сэм, послушай. Прячься, где хочешь. И разбей телефон. Что происходит? Рейв знает, где мы. Быстро найди, где укрыть. Сэм. Сэм. Что к тебе? Эй! Я тебе новый куплю. Есть. Салли.
Похоже, это башня Сэма. Ну точно, она самая. Пошли сюда. Простите. Простите. Где Зима? Ты думаешь, Рэй скоро приедет? Предлагаю его не дожидаться. Прости, друг. Да, сюда. Берегись! Черт! Спускайся с холма! Блестяще! Эй, опять они! Черт! Ты! Прочь с дороги! Извините!
Стой! Нет! Олег, я стреляю! Я стреляю! Что мы делаем? Сваливай! Я просто... Режу здесь! Кулек! 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 И что мне теперь делать? Эй, давай по лестнице! Слушай, Рэй всерьез решил нас убрать! Ты думаешь? Этот город нам больше возвращаться нельзя. Глава неловкий. Эй, осторожно! Серьезно? Это же внедорожник, давай в объезд. Держись! Простите, парни, ученик за рулем. Хорошо, мы уже уезжаем. Пусть попробует он проехать. Шутки!
пора валить. Выбраться!
спокойнее. Зачем рисковать? Черт, плохо дело. Живой? Да. Поехали отсюда. Ну, вроде все тихо. Ага. Ну-ка. Род Деус, Куат Лисенти. Ну, это совсем не сложно. За Бога и свободу. Это их девиз. И все отсылки к раю сразу было ясно. Я вижу, у вас все хорошо. Лучше, чем хорошо. Мы нашли Либерталию. Либер чего-чего? Либерталия. Эвери основал легендарную пиратскую колонию. Ну, скорее даже пиратскую утопию. Так, ну а что сокровище? Короче, по легенде, это была тихая гавань для сотен, а может и тысяч пиратов. И у них было все общее. Ресурсы, имущество. И деньги. И все ценное они хранили в общей казне. Хорошо. Но... И где этот оплот пиратского коммунизма? Вот здесь. На острове. Северо-восток от Кингсбэя. И у Рейфа есть копия. Ну, пока он разберется, что к чему, мы уже отыщем Либерталию. Говорю тебе, сокровище уже, считай, у нас... Как твоя работа в Малайзии, Нейт? Ты слегка сбился с курса. Елена, я... Это не то, что ты думаешь. Правда. Я вот тут думаю, что вы охотитесь за сокровищем Генри Эвери. И судя по тому, что тут повсюду солдаты, вы не единственные охотники. Ну да, в общем... Это именно то, что ты думаешь. Но я все объясню. Правда, звучит как бред. Ну-ка. Ну, во-первых, это Сэм. Сэм Дрейк. Мой брат. Здрасте. Извини. Я думал, он погиб в панамской тюрьме. Но вот, как видишь, ошибался. Он просидел там целых 15 лет из-за меня. Тот, кто его вытащил, хочет много денег. Единственный шанс достать их – сокровище Эвери. Но хорошая новость. Мы его нашли.
На острове, совсем рядом. Так, стоп. А вообще, была работа в Малайзии? Ясно. Стой, погоди. Елена, стой! Я не понимаю. Я хотел тебе сказать. Знаешь, хватит! Хотел, правда, но вот как? Да словами, через рот! Я хотел тебя защитить. Вот не надо, Нейт. Ты просто струсил сказать правду. Опять. Я же знал, как ты среагируешь. А ты бы как среагировал? Ты же врал мне. Так долго. Если б ты погиб, я бы даже об этом не узнала. И внезапно у тебя есть брат. Кто же ты? Да ладно. Я — это я. Ну я же. Сейчас все по-другому. Господи. Я его спасаю. Плевать мне на это сокровище. Я видела, с каким лицом ты сюда зашел. Если закончил врать мне, то прекрати врать самому себе. У меня самолет. Поступай, как знаешь. Эй, что ты делаешь? Беги за ней. Мы не закончили. Так пора бы уже. Это как понять? Можно найти другой способ помочь Сэму. Например? Сделать ему документы на другое имя или спрятать где-нибудь. Он провел в тюрьме 15 лет. Не будет он прятаться. Так, ладно, бегом мириться с женой. Либерталию будем искать мы с Сэмом. Без меня. Да вас обоих мигом прихлопнут. Да ну. Сынок, я давно в этом бизнесе. Я знаю, что делаю. Хочешь быть полезным, Салливан? Иди присмотри за ней. Как прикажешь. Тебе помочь? Не надо. Иди собирайся.